Пусть погреться. Путь как дома, путник. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Ты в первые два раза понял. Песни складывайте лихо. Мы принцессу спасем. За это пусть король нас определит в Министрели. Знаете ли вы, что в этом училище учился Виктор Цой? Давай к нам, будем делать панк-рок. Мы группа «Король и Шут», у нас концерт скоро. Мы великими станем, мужики. Есть шанс нас на взлете зацепить. Я не уверен, что мы должны были в ротацию ставить. Это просто панк-рок! Это то, что останется с нами на века. Расслабься, чудо. Как мне расслабиться, если я в этот раз к музыке вообще никакого отношения не имею? Пора вырасти из сказки и выходить на новый уровень. Миха, это уход от всего того, что мы с тобой сделали. Кто еще хочет сольную карьеру начать? Так ты что же, его бросил, что ли? И он доест на полпути, он обратно пойдет. Эти полпути? Он может не пройти. Что за зверь? Скажем так, самый опасный из всех. Медведь! Ты сначала делаешь, потом думаешь, а я все разгребаю. Если тебя не будет, твоей жизни моей не будет. Ты понимаешь, что до конца тура просто можешь не дотянуть, Мик? Панки — это про личную свободу. Зачем ты так упорно пытаешься идти за ним? Называется дружба. Впереди все самое интересное.